Зачем ты так с собой поступаешь, Джейк? Нас загнали в угол. Нужно прорываться. Ты умрешь, зажатый в этой клетке, Джейк. Джейк, нужно прорываться. Нет, 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 мы застряли. Застряли. Стены начинают сдвигаться. Сдвигаться. Становится все теснее, Джейк. Мы застряли. Не страшно. Нужно отсюда. Я тебя слышу. Я тебя слышу. Что? Я тебя слышу. Я тебя раскусил. Все и так очень хорошо, Джейк. К чему суетиться? Мы же команда, мы приятели. Ты хочешь от меня избавиться? А какой станет жизнь без меня? Знаешь, какой будет жизнь без меня? Нет, никакой жизни не будет. Они говорят тебе обо мне, Джейк. Нет! Потому что меня не существует. Или расскажи обо мне всем своим друзьям, Джейк. Я тебя защищаю, но я же тобой управляю. Если я говорю тебе что-то сделать, ты подчиняешься. Если я говорю, что тебе страшно, тебе страшно. Ты слушаешь тех, кто стоит по ту сторону, Джейк. Ты слушаешь людей, которые хотят причинить тебе боль. Это новые люди, новые. Они не похожи на старых друзей вроде меня. Ты не должен им верить. Я всегда был твоим другом, всегда, с самого начала. Избавься от них, Джейк. Мы всегда. Они твои враги, а не я. Они твои новые друзья. А я старый, я останусь, они исчезнут. И ты сделаешь все, что я тебе скажу. Без меня ты станешь слабым, слабым. Мы с тобой против них, Джейк. Мы против них. Сейчас я с тобой разберусь. Ты хочешь от меня избавиться, Джейк? Хочешь превратить меня в своего врага? Ты хочешь от меня избавиться? Ты хочешь от меня избавиться? От меня, от меня, от меня, от меня, от меня, от меня. Бах, бух. А я все еще здесь, Джейк. Сколько я за тобой присматривал, сколько я тебе помогал! Без меня тебе не победить. Нет, 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 нет. А знаешь почему? Потому что я и есть ты. Но ты не я. Его лучшая разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что он — это ты. Я — это ты. Ты не я! Бро.